Перед вами на сцене, друзья, Easy Winners в полном составе, всемиром, с пианистом и всеми саксофонами, саксофонистами и саксофонистками. Спасибо, друзья, спасибо. Вот так, как вы сделали сейчас, пожалуйста, не стесняйтесь сделать почаще и погромче. Можно во время выступления, можно танцевать, наверное, если только место найдете. Место тут вот. Ну, с другой стороны, это прекрасно. Окей. Позволим себе, перед тем, как исполним первую песенку, произнести сакраментальную фразу, которой начинаем, всегда начинаем все наши выступления. Пожалуйста, продолжайте себя чувствовать непринужденно. А мы тем временем таки начинаем уже настоящее выступление. Начнем мы его с песенки под названием Old Fashioned Love, или Старомодная любовь. Конечно же, есть, но оригинальными они считаться не могут, потому что написаны то ли 40 годами позже самой песни, самой музыки, то ли даже 50 годами позже. Песенка называется «Dress a Plenty». Написана она
В 1914 году, когда, насколько я понимаю, сухим законом не пахло, но, так скажем, попахивало слегка. Потому что песенка все-таки, ну если, так скажем, вдуматься на тему о том, о чем бы там могло петься, если бы там были оригинальные слова, то в этой песенке могло бы петься об умеренном употреблении алкоголя. То есть plenty хватит, достаточно, это много, на первом издании этой самой песенки в 1914 году была на обложке первого издания была изображена такая картинка. Парочка, сидящая за столом, парень пытается своей, вот, как ее назвать-то, даме, пытается даме налить, а дама от него так вот чуть не убегает. Хватит, мол, достаточно. 1914 год. That's a plenty. Thank you.
Спасибо, спасибо. Мы, с вашего позволения, начнем потихонечку представляться. Все вместе представились. Easy Winners. А вот поименно, кстати, нашему банджисту сейчас будет предоставлено вокальное слово. Александр Лукашевич, его зовут, он поет и расскажет на песню. Я тоже скажу получше. Да ладно, не стесняйся, здесь все свои. Следующая песня называется «St. Louis Blues», которая была написана в 1912, если ничего не путаю, году, написал ее Уильям Хенли. What a water, where the storm
Спасибо, друзья, спасибо. Мы позволим себе спросить вашего совета в части выбора репертуара. Выбор у нас достаточно простой. Со словами или без слов? Если без слов, то будет Wolverine Blues, еще один блюз, но совсем не блюз. А если со словами? Вокальное слово предоставляется нашему washboardисту. Зовут его Влад Лещук. Он играет на самой настоящей спиральной доске, купленной не в музыкальном магазине. Влад, откуда досочек-то? Досочек-то откуда? Досочку где взял? Это бабушкина. О. Я в детстве видел, как она уже на ней играла. И, похоже, у меня все сохранилось в памяти. То есть ты стиральный доскистов? Да. В третьем. От бабушки. Песенка как называется? Следующая песенка называется «Please don't talk about me when I'm gone». Так, пойдет? Thank you.
Друзья, перед нами снова дилемма. Сыграть ли одну песенку про животное или другую песенку про животное? Одна со словами, другая без слов. Одна называется Wolverine Blues, а вторая Muskrat Ramble. Обе. Блюз не блюз, на самом деле. Придется, скажем, действовать в режиме «Мы подумали, и я решил». Это надо что-то. Muskrat Ramble. 1926 год. Песенка написана в соавторстве Луи Армстронг, Лил Хардин Армстронг, Эдвард Кит Ори и многие из тех, кого мы считаем за пионеров джаза, приложились к написанию этой песенки. Кто на самом деле делал темное? Более того, раньше ее называли совсем иначе. То есть вот 26-й год — это по официальной версии. На самом деле она была исполняема и раньше под другим, прям скажем, трагическим траурным названием. Там упоминается Muskrat. Кто такой Muskrat? Это мускусная крыса, антатра. А в прежнем контексте упоминалась некая дохлая корова. Но про дохлую корову мы петь не станем. Мы споем про прогулку этой самой вот... крысиная прогулка, в общем. Muskrat Ramble. Thank you.
Итак, к сожалению, вот ту песенку, которую мы успели разрекламировать, к сожалению, мы уже исполнить не успеем, потому что после нас будут еще многие и многие достойные на этой сцене. Поэтому мы, с вашего позволения, перед тем, как исполнить последнюю песенку, мы представимся поименно, ну, скажем так, представим тех, кто остался непредставленным. Никита Арефьев, рояль. Представлю-ка я на всякий случай всех, честно говоря, немножко успел забыть, кого представил, кого нет. Александр Лукашевич, банджи, вокал. Влад Лещук, вокал и вошборд, из керамика. Андрей Блинчевский, альт-саксофон. Николай Ордановский, баритон, саксофон. Виолетта Потапова, сопрано, саксофон. Вот эта здоровенная металлическая штука, отблескивающая разными блесками, там, серебряным и золотым, это, представьте себе, сузафон. Да-да-да, настоящий американский старинный сузафон 1927 года постройки. Кстати, между прочим, разговор о 1927 году. Вот у Виолетты, например, сопрано того же 1927 года, и более того, той же самой модели, что и у Сиднея Бише, знаменитого сопрано-саксофониста. Вот так получилось. В завершение нашего сегодняшнего выступления песенка, которая увидела свет, если я ничего не путаю, в 1917 году с легкой руки команды под названием Original Dixieland Jazz Band. Песенка называется Tiger Rag. Ее исполняли и раньше, ну, уговаривают, но под другим названием. Названием довольно странным. Название звучит как Number Two Blues. Почему Blues и почему Number Two, остается только гадать. Песня довольно бодрая, и вот блюзом там, как говорится, блюз там не ночевал, я бы сказал так. Tiger Rag. Thank you.
Спасибо, друзья, спасибо, для вас играл и The Winners в составе Никита Орехин, Николай Ордановский, Виолетта Потапова, Андрей Блинчевский, Влад Лещук, Александр Лукашевич и Андрей Воеводский. Большое спасибо, друзья, до новых встреч, будьте здоровы!